Джеронимо отправились за бабочкой, да, и бабочка их повела в темную пещеру, и в конце там была маленькая такая дырка, в которую Джеронимо Стилтон не смог пролезть, и вот Бенджамин отправился сам. И вот бедный Джеронимо ждет своего племянника, считает часы, минуты, ему кажется, что это целая вечность, да, и вот мы вот здесь будем продолжать на новой страничке, у нас здесь Ай, и мы идем на следующую страничку, да, вот как раз, ой, последняя вот эта вот буковка. Итак, у кого номер 1? Let's start. Давайте начинать. I. Ребят, у кого номер 1? Sorry, I just, it's raining and I can't hear you. So, Давай. should, I. I should Вот have здесь, да. never let him disappear into that hole. Now I was stuck in this creepy dark cave. All alone. Benjamin, come back, I sobbed. I'm afraid of the dark. Так, let me see. Translate this and you will read us a little bit from Да. another chapter. Я должен был ника я никогда не должен был. Можете не двигаться, пожалуйста, потому что когда Все, вы не двигаетесь, мне двигаю. сложно читать. Во-первых, во-вторых, качество портится. Окей. Что доходного? Значит, я никогда не я не должен был заставить его, разрешить ему войти в ту дырку. Сейчас я остался один. Я застрял в этом всем, а весь один. Бенджамин, вернись, я плакал. Я боюсь темноты. Да, бедный Джеронимо, да, он говорит, in this creepy dark, да, в этой ужасной, жуткой темноте, да, мы знаем, что Джеронимо, он, видите, всего боится. Так, please read for us a little bit here, till game, yeah? I don't see. Goodbye, butterfly. Finally, I heard a running sound. Меня просто rustling Окей. sound. It was Benjamin. I was so happy. I began squeaking like he had cheerleader at a red ball game. I was so Стоп, worried very good, about you. стоп, 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 very good, till game, да, Right. вот до игры, до игры, давай переводить Okay. вот этот кусочек. Наконец, я услышал хрустящий звук. Это был Бенджамин. Я был так счастлив. Я начал пищать, будто Cheerleading, да? Знаете, это такие вот у нас прям есть команды, которые поддерживают болельщики, да? Cheerleaders, мы тоже так говорим сейчас, по-моему, то есть. болельщики в футбольной игре от мышей. Да, то есть у нас футбол, а здесь прям мышиный футбол. Я так Так, thank you very волновался much. про тебя. Ну все, все, Вот сейчас мы все, что я прочитаем, еще смог. переведем. Thank you very much, большое спасибо. Я Но здесь нам присел. дальше продолжит номер 2 читать, да? Отсюда I was worried. У кого номер 2? Давайте продолжать читать. I was worried. was worried about you, I cried, giving him a hug. I was worried about myself too. One more minute alone in the dark and I'll and I the girl have gone completely nuts. Uncle Benjamin cried now, grabbing my paw. I saw it. I saw the valley of the Jesus. It was unbelievable. It was amazing. Very good. Здесь мы остановимся. Стоп. Very good. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Так. I was worried. Я волнулся про себя. Я кричал. Ай. Не знаю, какой-то парк. Да, надо подождать, когда подгрузится чуть-чуть книжка. Так, я ничего не двигаю, да. Да, ждем, ага. Так, есть, нет, не слышно, ничего не Я двигаю. уже... Okay. Ага, она периодически, Так. то хорошо, то не очень. Ну вот уже видно, в общем, Ольга. Так. Внимание, Юко. Я был
Позже он остался против меня, тоже. Один. Еще минутка. Еще минутка. Alone. Сам в темноте я бы Completely not превратился сошел бы с ума, да? Completely not. Сошел бы с ума. Дядя Бенджамин Закричал. закричал сейчас. Возьмя мою лапу. Я видел ее. Я видел. Я не... Ну, как сказать? Я видел долину, да, Чизец. Я пил долину. Да, чиз как сырная долина. Ну, или просто чиздец это название, мы не переводим, Сырная да, обычно. долина. It was unbelievable. Это было хорошо. Да, невероятно, да? Это Так. было невероятно. Это было Замечательно, да, потрясающе. замечательно. Thank you very much. Большое спасибо. У кого номер три, давайте Меня. продолжать. Что же там в этой долине было? Так, окей. Я чуть-чуть только подвинула. Так, it was? Где? Вот здесь, да, после розового текста. It It was was? more beautiful than a room full of cheddar balls. I'm so proud of you, Benjamin, I squeaked. And I was. That nephew of mine really was one brave little rodent. Continue. Хорошо. И Пекет sought as a narrow hole, trying to catch a glimpse of the valley, but it was too dark. Don't worry, uncle. Benjamin. Benjamin told me. Very good. Okay, let's translate. Давай переводить Хорошо. теперь. Это было настолько это красиво, что и что Как комната? вообще как комната с каким-то чеддерами, сырными этими шоколадками. Батончиками, да. То есть как Батончиками. целая комната забитая, да, сырными батончиками. Я так Так. говорю с тобой, Бенджамин. Я запищал. И я этот Ну да, the нефиг. nephew of mine, мой племянник. Мой племянник очень маленький, храбрый крыс. Так. Я положил. Но тогда я присмотрелся, да, Я заглянул. присмотрелся в дыру, попытаясь поймать Взгляд? Взгляд. взгляд. Не волнуйся. Не волнуйся. В темноту. Но было темно. Не Да, то есть он волнуйся. посмотрел, хотел хоть глазочком увидеть эту долину, но там было сильно тепло. Ой, темно. Ну, не Так. волнуйся, дядя. Бенджамин рассказал мне. Thank you very much. Большое Пожалуйста. спасибо. Так, у кого номер 4, давайте читать, что же расскажет На ему Бенджамин. одну секунду остановлю вас, извините. Саша Саприна, у тебя какой-то вопрос? Я хочу номер. Понятно. Еще 12-й я видела, поднимал ручку. Какой-то вопрос? Я думала, что... Адисбек, у тебя какой-то вопрос? Микрофон надо включить. Адисбек, микрофон. Нет, нет, никаких вопросов нет, все в порядке. Ага, ясно, кнопка была. Так, хорошо. Продолжаем, номер да? 4. Номер 4, номер 4 у нас нету? Нету, так, хорошо. Пятый Значит, номер тоже 5. Нету, есть Алис 6. Ну, давайте тогда 6. Так, давайте. I took lots of pictures. Отсюда, да? Сюда, да?
Да, все стоит так. I looked lost of pictures. It was Pictures. pictures. It was time to go. I called why to tell the others our nerves. Goodbye, butterfly. Benjamin colored over his shoulder. Thanks for the tour. So we headed back around the cave. I followed small leg up ahead. It was the children's entrance. Entrance to the cave. Then room being so the rose box began to grimly down crumble down around us. Thank you very much. Let's translate. Давайте перейдем. Что же здесь сейчас происходит? Не так все просто, ребята, так. Бедный Джеронимо. Okay, let's translate. I took lots of pictures. Я смотрю на фотографии. Я сделал много фотографий, да? It was time to go. Пришло время to go. Пришло время идти. To go это идти. Так, I couldn't wait. Так, я не могу ждать. To tell the others, чтобы рассказать, да, чтобы рассказать others другим our news. Передачи. Какие-то передачи. Да, новости, да, эти новости я тут так. Goodbye, butterflies. Пока, бабочки. Бенджамин. Бенджамин это какое-то имя? Крикнул. Или... Да, Бенджамин это имя, да. Прокричал. Over his shoulder. Прокричал на вес. Нет, shoulder, да, через плечо. То есть обернулся и крикнул, да. Вот прощайте, бабочки. Thanks for the tour. Спасибо за что-то. За экскурсию, да? За тур, за экскурсию, то, что показали. We headed back to the cave. Мы пошли headed обратно. Так, через кейв. Пещера, так. I followed a small light. Наверное, пошел. Следовал, да, пошел. Маленький путь. Свет, да, up ahead. Свет, light, свет. Впереди, да, впереди свет. Меня. Впереди меня это было... Entrance. Вход. Вход куда? В пещеру. Совершенно верно. Then, suddenly, a low rumbling shook the walls. Внезапно. Бенджамин кого-то боялся. Нет, стены начали что? Shaken. Трясти. Грозный такой грохот прозвучал. Rocks began to crumble. Rocks. Что такое rocks? Rock, ну вот, например, rocks. Песня, музыка с рок. Не-не, да, здесь в данном случае рок это скалы, да, это камушки, да, это у нас обрушились. Камни начали
рушится, падает, да? Падает, ломается. Да, вокруг нас. Ой, ребята, смогут ли они выбраться с пещеры или застрянут в этой долине, потому что стены начали рушиться. И сейчас мы с вами знаем, так, у кого номер 7 есть с нами. А, Наталья, можно здесь вопрос? У нас вернулся да. 4-й, но посмотрим, как со звуком будет. А долина? А, можно ну звук? Давайте тогда вопрос, давайте, да, и 4-й начнем читать. Так, вопрос. У меня это было 5-й этот номерок. А, ну все, значит, после... Давайте читать, да, 4-й номер. Чиз-ниблец. Аделина, читай, пожалуйста. Тихонечко, давайте по очереди. А вот где мышка у меня? Да, вот последнее предложение на страничке 80. Чиз-ниблец. Чиз-ниблец. Моя шикеда. It's an avalanche. Авалан. Что у меня там размазались буквы. А, все хорошо, подождем, сейчас загрузится книга. Аваланч. Видно, нет? У меня видно, Аделина. Аделина, ты будешь читать? Так, понятно. Run quick. If you or we will be trapped inside, just then an enormous boulder struck Benjamin and he fainted. I was terrified. I shred my whiskers. I twisted my tail up in knots. I tried 20 buckets of tears. Then a rock hit me on the head. It must have knocked some sense into me. This was no time to feel sorry for можно дальше подвинуть? Наталья, у вас микрофончик выключен? Ой, а я говорю, да, я говорю, мы прочитали уже достаточно, давайте переводить. А, видите, я говорю, я не видела, что у меня микрофончик выключен. Let's translate, давай переводить. Чиз-ниблец. Чиз-ниблец, это... Чиз, что такое чиз? Это сыр. Да, сырные кусочки. I shrieked. I shouted. Я закричал. Так. Я закричал. It's... Avalanche. Avalanche — это лавина. Это лавина. Run quick. Это лавина. Бежим скорее. Мы не должны попасть под лавину.
Да, то есть, или если не побежим быстро, то застрянем внутри. Так, just then, в этот момент. В этот момент. Enormous, very big. Очень большая мышь. Камень. Да, камень. Так, что делала? Ударила. Ударила Бенджамина. Ударила Бенджамина, и Бенджамин упал. Да, и потерял сознание, да? Fainted. I was terrified. Scared, afraid. Я напуган. Да, так. I chewed my whiskers. Чуть это жевал. Я заживал my whiskers. Я заживал. Усы, да, начал жевать усы от страха. I twisted my tail up in knots. Я закрутил, да, my tail. Я закрутил свой хвост. Knot это узлы, да, то есть узлы от страха закрутил, да. I cried. Я плакал. Да, выплакал сколько? 20 buckets of tears. 20. 20 это 20. 20 bucket в ведер чего? Tears. 20 ведер. Слез, да, он выплакал. Так. Then a rock hit me. Затем камень ударил меня в голову. Так, thank you very much. Большое спасибо. И сейчас мы дальше посмотрим, что же произойдет с нашими героями. Выберутся они с этой пещеры или же нет? Так, у кого у нас теперь, я запуталась, пятый или седьмой? Седьмой. Нет, сейчас будет седьмой, но Саша подняла руку. У тебя вопрос по тексту? Я просто, я не буду пересказывать, потому что я умею... Хорошо, давай, когда подойдет твоя очередь, ты докопируйся. Хорошо, без проблем, ребят, да, здесь это без проблем. Так, номер семь, да, давайте читать, как же они выберутся с этой ситуации. Так, it must have... Отсюда, да? Not some sense in coming. This was no time to feel sorry for myself. I had to save my nephew. With a groan, I lifted Benjamin onto my shoulder. Did I make my son and not the strongest man in the block? Still, fear must have given me strength. I rested them for the expected drag champion. Стоп, very good, так, like a champion, да, вот здесь остановимся, let's translate, давай переводить этот кусочек. Я должен иметь... Да, it must have knocked, да, кажется, что этот камень, да, вот говорит, что? Кажется, что этот камень... Да, разбудил, да, то есть положил мне сенс, там, мысли, мою голову, да, разбудил, привел меня в чувство, вот. This was no time. Не было времени, чтобы... Жалеть себя. Себя я должен, ну, я должен спасти моего внука. Племянника, так. Ground это стон, да, со стоном, с муками. I lifted. Я поднял. Поднял Бенджамина в, на мои руки.
На плечо, да? То есть он положил его на плечо, поднял, так. Did I mention? Я не говорил вам, что я... Что я самый сильный... Not strong. Не... Не сильный. Strong. Да, не самая сильная маус. Ну, не самая сильная мышь. Угу. На... Только это как в квартале, да, дистрикт, вот в районе, в нашем районе, так. Still. Ну, и все же, fear. И все же... Страх. Страх должен... Должно быть что? Give. Добавим strength. Добавил мою силу. Да, мне силы добавил. I raised. Мчался, бежал, спешил. Бежал. Бежал. Exit. К выходу. Ну, выходу как... ну, чемпион, олимпийский чемпион. Олимпик, чемпион. Чемпион. Сбега, да? То есть, вот так он. Да, побежал, вот так к выходу, как олимпийский чемпион. Thank you very much, большое спасибо. Так, теперь у нас номер 8, правильно? Есть у нас номер 8? Давайте. Just as I ran. Где? Можно, пожалуйста, показать? А вот здесь, да? Абзац у нас just. Okay. Just as I ran out of the cave, a huge boulder blocked huge. Blocked the entrance. Reach the Right, then Benjamin open his eyes. Jeronimo, thank you for saving my life. He grinned. You're a real hero. I smiled back. I wasn't about to tell him how scared I had been. After all it folded. Wouldn't be nice to this disappoint him. Don't mention it. Mention it. I shrugged. Rock. And whistling my tail. Stop. Very good. Так, давай переводить этот кусочек. Just as I ran out of the cave. Я не очень сильно знаю английский. Можно мне, пожалуйста, помогать? А, хорошо. Так, словами, да? Или все перевести? Как? Ну, словами так. Хорошо. Так, just в этот момент I... Я бежал. Ran out. Выбежал from the cave. А, выбежал cave. Из пещеры. Так, a huge big stone, rock. Я увидел большой камень. Да, огромный камень, да, что сделал? Blocked. Закрыл. Entrance. Entrance. Вход, да, вход в пещеру, вход. То есть они вовремя выбежали. Right then,
В этот момент. В этот момент Бенджамин открыл глаза. Молодец, так. Анкл Джеронимо. Ура. Дядя. Дядя, спасибо большое. For saving my life. Что сделал? Потому что ты спас мне жизнь. He grinned. He smiled. Вот он. Он улыбнулся, да? Ухмыльнулся, улыбнулся. И что сказал? You are real hero. Ты реально герой? Hero. Герой. Ты настоящий герой. Так. I smiled back. Smiled. Грустный. Улыбнулся в ответ. Так. I wasn't about to tell him. Да, wasn't about to tell him. Я не собирался рассказать him. Ему. Мне было страшно. How scared I had been. Да, я не собирался рассказывать, как мне было страшно. After all, в конце концов, it wouldn't be nice. Это получилось хорошо. Да, это будет нехорошо. To disappoint, расстраивать. Их. Him. Его, да? То есть племянника, его разочаровывать, расстраивать. Don't mention it. Mention, говори, да? Не говори не хотел. Об этом. Да, don't mention, не упоминай это, не говори это. I shrugged and twisted my tail. Я shrugged, пожал плечами и что сделал? Untwisted и раскрутил my tail. И раскрутил свое тело? Хвост, да, потому что он его от страха скрутил в узлы, да, а здесь вот расслабился, да, то есть уже все, спас своего племянника. Так, thank you very much, большое спасибо. Давайте продолжать дальше читать. У кого номерок 9, да, сейчас продолжит нам читать. Back at camp, вот, да, вот, так, back at camp. Back at camp, my dear relatives scare and the trap. We busy. No, they weren't busy worrying about us. They were busy snoring away. wake up, Benjamin. Shrieked we. Found the inks wonder of the world. The two sleepy heads were in up in a flash. A flash. Так, let's translate. Давай переведем. Ты немножко нам прочитаешь следующую главу. Так. Back at camp. Вернувшись куда? Camp. Вернувшись. В лагерь. В лагерь. My dear relatives. Если хотите, я могу перевести или как, или помочь некоторые слова, как хотите. Помочь. Так, давайте. My dear. My dear. My. Мое дорогие. Так, relatives. Родственники. Как родственника зовут? Теа, мы не переводим, да? Теа, and. И. Trap. Да, не переводим, это вот твой родный брат. We're busy.
Они... Угу. Были они... заняты. Угу. No, they weren't busy worrying about us. Нет, no. Волновались о нас. О нас, да? То есть они о нас. Угу. They were busy snoring. They просыпались. Они угу. Были заняты. Угу. Чем? Вот что они делают на картинке? Snoring. Спят. Да, snoring это еще храпит, да? То есть храпели, так смотри, вот я аж вот этим были заняты сном. Wake up, wake up. Поднимайся, поднимайся, Берджи. Да. Закричал, да? Просыпайтесь. We found. Закричал угу. Мы. Нашли. Мы, так, фаун. Угу. Нашли. Eight. Какая это цифра? Eight. Восемь. Да, а eight это восьмое. Wonder. Чудо. World. Чудо. Света. Чудо света, да? Мы нашли восьмое чудо света. The two sleepy heads. Two. Два. Sleepy heads это как Sony, да? Sony, которые люди, которые любят спать. Два Sony. Uh-huh. We're up. Ну, здесь, да, we're up in a flash. Проснулись, как молния, да, то есть очень быстро, да, или как мы говорим, мгновение ока, да. Uh-huh. Так, you will read for us two sentences here more, да, нам прочитаешь здесь предложение еще. Так, hundred thousands, millions of butterflies. Сотни, тысячи, миллионы бабочек. Пожалуйста, прочитаем еще здесь. Benjamin. Benjamin told us all about his incredible adventure. It seems our little butterfly friend had taken him to the top of a mountain peak. Стоп, хорошо, пожалуйста, транслей. Давай перейдем еще этот кусочек. Бэджман сказал нам все. Угу. Про свою incredible, невероятное adventure. Невероятную приключение. Приключение. Кажется, наша little, small. Маленькая. Угу. Бабочка, друг. Угу. Провела его, да, куда? To the top. Провела его на вершину чего? Mountain. Его на вершину гора. Горы, так. Угу. Thank you very much. Большое спасибо. У кого номер 10? Давайте продолжать читать. Что же расскажет нам Бенджамин? Что же он там увидел? И да, покажет нам фотографии нам. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. Так. It overlooked. It overlooked below the valley. The valley was long and with it glowing white. It glowed in a bright yellow light. Да, вот как bright light. Mm-hmm. It was so bright at first when Benjamin covered covered
his eyes, but when he opened them, he sent the most amazing thing. There wasn't light at all. There were just yellow butterflies. Угу. Здесь попробуем прочитать. Такой шрифт интересный. Что здесь написано? Hundreds. Hundreds. Вот то же самое, что и здесь. And. А в заголовке, смотри, в заголовке, вот то же самое, что и в заголовке. Что написано второе слово? Thousands. Millions of butterflies. Very good. Так, будем переводить? Да. Бенджамин... Ой. Вот здесь, да? It overlooked. Гора это, да, вершина горы. Вершина горы. Overlooked это выходила, да, куда? On the valley, да? Да. Вершина горы выходила на... долину, да? То есть можно с нее было видеть долину. Так, the valley. На долину. Долина. Was долина, long and white. Долина. Была какой? И... Была какой? Long. Большой. Да, длинной и white. Длинной и широкой. Молодец. Так, it glow. Glow тогда светилась. Она светилась. Glow. Она светилась. Каким? Bright. Ярким. Yellow. Ярким желтым цветом. Uh-huh. It was so bright. Она была такой bright. Она какой? Была. Она была яркой. Такой яркой. Она была яркой. Сначала. Сначала Бенджамин закрыл eyes. Закрыл глаза. But when he opened them, ну когда он что open? Ну когда он открыл, то он что хисо? Увидел. Он увидел. The most amazing, wonderful. Самое. Самое. Удивительное. Самое удивительное. Вещь, да? Thing, да? То есть вещь. Зрелище. Самое удивительное зрелище. There wasn't really a light at all. Что? Там не было light. Там не было light, света at all. Там не было света и... Вообще, да, вообще не было света. There were just yellow butterflies. Что там было? Yellow butterflies. Желтая бабочка. Да, там были желтые бабочки. Сколько желтых бабочек? Hundreds. Сотни. Thousands. Thousands. Тысячи. Тысячи. Millions. Миллионы. Butterflies. Бабочек. Да, были тысячи, миллионы бабочек там, да, вот поэтому казалось, что там яркий желтый цвет, а это просто были желтые бабочки. Так, thank you very much, большое спасибо. Номерок 11, да, продолжает у нас. Продолжает, так, у нас 12-й, Адисбек. А, давайте 12-й, так. And when they...
Одесбек. Сейчас помню. And зрождение. And when they flapped their wings, it smelled just like cheese. Бенджамин exclaimed. Да, переведи, пожалуйста, я дальше ты продолжу, чтобы я не возвращалась сюда назад, на эту страничку. И когда они захлопали своими... Запорхали. Запорхали своими крыльями. Это запахло сыром. Запахло сыром. Бенджамин... рассказал. Воскликнул, да, вот так вот. Видите, ребят, вот смотрите на картинке, да, тысячи миллионы бабочек, и вот пахнет сыром, вот так они летают, так маленькие. Вот это вот то, что увидел Бенджамин. Так, continue, please, продолжай, пожалуйста. I took lots of pictures, he finished. I even took one of myself using the self-timer. Wait till you see it. Thea clapped her paws. This is Febrose. She shrieked. We're all doing to be famous. Go ahead. Mm-hmm. Go ahead. To be famous. I'll write the best story ever. It will sell like hot cheese buns in a blizzard. In a blizzard. Mm-hmm. Stop. Very good. И вот здесь еще, да, мы не прочитали такое разноцветное. Сможешь прочитать такой шрифт? You're very friendly. They even sat on Benjamin's nose. Mm-hmm. Так, ну теперь давай переводить. Thank you very much. Давай переводить. The butterflies were... Я сделал очень много фотографий, он закончил. Я даже использовал таймер. Я даже сделал, да, one. Я даже сделал дополнительный таймер. Да, поставил на таймер, да, то есть с собой фотографию сделал. Угу. Я впервые сделал на таймер и сделал фотографию. Wait till you see. Подождите, прежде чем увидеть. Угу, даже с собой, так. Wait. Да, когда вы это все увидите, так. Я похлопала своими руками. Это удивительно, это прекрасно. Uh-huh. Удивительно, прекрасно. Она воскликнула. Мы делаем все, чтобы мы все собираемся быть известными. Я напишу лучшую историю, когда и это. И он будет, и она будет продаваться как горячий. Так, или только у меня, я не знаю, звук. Да, у вас подтормаживает, я хорошо слышу, Одесбега. И они будут продаваться как горячие сырные кружочки в масле. И они будут продаваться как горячий сыр, кружочек. Как горячие сырные кружочки в масле. Да, подождем, когда звук придет до Натальи. I've got an even butter idea. He announced frist. А что такое frist? Сейчас одну секунду, у меня one moment. Frame. Then we framed. Нет, там, где unknown said.
Там фрист. Что это такое? Anna. He announced. Okay. First. Первый. Спасибо. We catch a wall, but of those butterflies. Then we smash them into a book. Then we frame church one. We'll make a bundle. I shook my head. Only my rotten cousin Walt thinks of squishing those beautiful butterflies. He wants for money. Benjamin. Стоп, хорошо, стоп. Very good. Здесь остановимся. Давай переводить этот кусочек. Trap jumped to his pal. Трап запрыгал и... Да, вскочил на лапы, ага. Вскочил на лапы. Первое мы... А вот здесь, да, еще? I've got an even better idea. У меня была хорошая идея. Масляная идея. Да, даже получше идея. Нет, даже лучше, better. Лучшая идея. Чем обычно? Он сказал. Да, он сказал так. Он сказал. First. Первое, мы... Чач. Это что такое чач? Catch словим, да? Мы словим. Мы словим все... Да, бабочка, целую кучу. Целую кучу бабочек. И их вложим в книжку. Так, да, знаете, как листочки засушивают. Так, then we frame each one. Потом мы... Каждую, да, инфрейм, это в рамочку, сделают в рамочку и поставят так. Потом, мне плохо видно. Сейчас ничего не... Сейчас, ой. Не трогай так. Потом мы сделаем, да, целую кучу таких вот рамочек. I shook my... Можете, пожалуйста, повторить? А вот здесь, да? I? Мне плохо видно пиксели. Мешают. Да, разместите. Да, все, я took my hat. Я... Покачал hat. Покачал головой. Обычно... Он, я... да, только? Только мой... Ну, rotten, да, это гнилой, но в данном случае, да, вот гнилой... мы не скажем двоюродный брат, ну как мы скажем, мой плохой, да, непорядочный двоюродный брат, would think. Вот, а мог? Think, подумать? Подумать, чтобы раздавить... Да, чтобы раздавить, не сквик, да, здесь сквик. Чтобы раздавить бабочек. Да, красивых бабочек. He would do anything for money. He? Он? Сделает что угодно.
сколько угодно для монет. Ну, для денег. Деньги, да, за деньги. За деньги спасибо. Что угодно готов сделать. Да, вот так вот. Так, thank you very much. Большое mm-hmm. спасибо. Так, и кто у нас еще остался? Я не дергаю страничку. Да. Давайте дочитаем это предложение и на следующее туда пойдем. Да, вот здесь Бенджамин Лукт. А все. А все? Саша, вышло, да. А, ну тогда, ребят, спасибо большое за чтение. То, что подождали меня с моим интернетом, пока я подключилась, отключилась. Прошу прощения за эти неудобства, но с проблем у нас с интернетом, как всегда. Так. А все, потом... до свидания. Начнем читать. До свидания. Я думаю, сейчас мы дочитаем, ребята. Будем играть что-то новое. Большое спасибо. Полина, большое спасибо. До следующей пятницы. Спасибо за внимание. Bye-bye. Пока. До свидания.